Так, сейчас будем выдержку показывать. Я вам покажу, как первоначальную выдержку. Канал «Я мой хвост», я его автор и ведущий Олег. А, смотрите, выдержка с щенком. Со взрослой собакой, когда мы делаем выдержку, мы делаем так. Мы опускаем тарелку. Щенок подбегает, мы поднимаем тарелку. И так вот, вот много раз. Маленьким щенком такой не пройдет у вас дело. Поэтому вот у нас есть ошейник. Делаем на следующем образом. Ждать. Как только успокоится щенок, мы сразу отпускаем. Можно. Старайтесь держать, чтобы ошейник был не в натяг. То есть, как только вот происходит это ослабление, собака отпускает, сразу отпускайте, говорите «можно». Ну и последующий каждый раз вот так вот, вот это не единоразово так вот делать. Теперь делать так каждое кормление. И критерии повышаем небольшими градациями. То есть сначала секундная, потом 5-секундная выдержка, да, и больше. Все.